Всем привет! С вами Таня Багринцева, и вы на канале Таня про дизайн. Зашли на стенд Дюравита. Очень хотим посмотреть разные унитазы, сантехнику, которая здесь представлена. Наверняка есть какие-то новинки. И так как мы в поисках дорогих унитазов, то, собственно, сейчас мы отыщем Симона. Это представителя Дюравита в Москве. Симон, привет. Привет, привет, Татьяна. Мы вот тут ходим, бродим и дошли наконец-то до Дюравита. В поисках дорогих унитазов, унитазов БД, соответственно, есть ли у вас какие-то супер-пупер дорогие новиночки и что-то интересное? Есть новинки, я бы не сказал, что прям дорогие, это вопрос относительный, все-таки важно соотношение цены и еще и качества и функционала, то, в чем исторически Дюравит очень силен. Так что есть такой SensorWash Stark Plus, который является логическим продолжением Stark C. Stark F повсеместно рекламируется у нас на всем стенде. Несколько вариантов. Давайте вот посмотрим на этот подвесной вариант. Посмотрите, какой очень эстетичный, красивый пульт, выполнен из стали и стекла качественно. Сенсоры очень хорошо работают. Фен усиленный. В принципе, можно даже голову сушить, засунув туда. А кто-нибудь сушил? Я дождусь, пока народ уйдет, я проверю на своих волосах. Мы бы на это посмотрели, Симон. Мы будем ждать окончания работы. Все те функции, которые на пульте, они также можно ими управлять из приложения. Скажи, чем он уникален? Уникален тем, что у него дизайн. Это унитаз БД, а не крышка БД, если мы обратим внимание на то, как он выглядит со стороны. Это минималистический. Компактный, я бы сказала. Дизайн, да, который по функционалу превосходит все унитазы, которые имеют крышку сверху. Поэтому это не крышка БД, а унитаз БД. Сиденье тонкое, из дурапласта. Как правило, сиденья с подогревом, они всегда толстые, из более мягкого пластика. И в ней есть подогрев? В ней есть подогрев. Монтажные рамы. Вы сами их изготавливаете? Нет, или сами, кто-то? Мы закупаем у компании МЭПа. Если вдруг я уже поставила монтажную раму, и вдруг такая решила, хочу унитаз БД, я это могу сделать или нет? Или вот нужна только ваша монтажная рама? Мы рекомендуем нашу раму с приспособлением под подключение SensorWash. Изначально, если вы хотите вот такой унитаз, вы планируете уже и монтажную раму Дюравита сразу поставить, правильно? Вот он, мистер наш. Добрый вечер, дорогие друзья. Я главный сантехник страны. По-немецки это называется Oberbundesinstallator. В этом году стенд компании Дюравит нас сильно поразил. Сильно поразил своей продукцией, своими представителями и прекрасными дамами. Друзья, мы еще представляем французский чай на российском рынке. От компании Дюравит французский чай вообще великолепен. Сейчас Семен нам еще покажет кое-что. Да, мы сейчас быстренько, буквально 5 минуточек. Вы там? Наливай. Да, значит, так, не значит, спокойно. Не значит. Мы... Что там Комаров предлагал выпить-то? Так. Тебе на работе нельзя, наверное. Ну нет, пиво есть. Ну так давайте. Дизайн классик от Дюравит. Тумба Stark 1. Ей исполнилось в этом году 25 лет. О-о-о. Она доступна в 6 цветах лакового мата. Матового лака. У меня вечно проблема с матом. Аксессуары Stark T. В хромированном исполнении также доступны в черном. Все, буквы Т. Это, по-моему, для меня, для Тани про дизайн, да? Таня про дизайн. Ты можешь как установить, и все поймут, что они в гостях у Тани. Кейп-код. Кейп-код – это очень экстравагантная дизайнерская серия Philip Stark. Была представлена в 2015 году, по-моему, если я не ошибаюсь. И
Главное изменение то, что здесь добавились еще раковины матового цвета, матового покрытия. Мне очень нравится вот эта вот история, да, массивная такая. Back to the roots, как бы назвать это. Возвращаемся к нашим исходам, корням. У данной коллекции еще имеются разные формы накладные раковины, которые мы посмотрим. На сегодняшний день мы имеем все мыслимые формы раковин. Они изящные, с тонким краем, матовые. В общем, все по последней моде прям реально сделано. И функционально, красиво, удобно, эстетично. Они имеют все шансы стать бестселлерами продаж. Звезда нашей выставки в этом году — коллекция X-View. Кстати, вот можно уже обратить на ванну из этой коллекции. Она выполнена в цвете шампейн. Слияние двух принципиальных стилистических направлений. Во-первых, мы имеем очень эргономичную, гармоничную, с плавными формами ванну из акрила. Дюровит имеет собственное производство акрила, и оно доведено уже до такого совершенства, что мало кто может выполнить подобные формы из этого материала. Если не секрет, сколько стоит такая ванна для российского рынка? Рекомендованная розничная цена будет в районе 350-400 тысяч. Спасибо большое за эту экскурсию. Нам очень все понравилось. Понравилось. Спасибо за визит.